Всем привет! Вы на канале Workout. Меня зовут Дима, и это наша воскресная рубрика «Фитнес-лаборатория». Даже отказав себе в сладком, жирном, копченом, да практически во всем, иногда похудеть все равно не получается. Стоит еще раз пересмотреть продукты вашего повседневного меню. Некоторые из них только притворяются диетическими. Именно о них мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Первое почетное место мы присваиваем йогурту. Читали ли вы хоть раз состав любого йогурта? Модифицированный крахмал, красители, загустители, ароматизаторы, консерванты. И это далеко не все. Йогурт можно рассматривать как диетический продукт, только когда он не содержит сахара, красителей, кусочков фруктов и прочих добавок. Следующее место в нашем рейтинге – пакетированные соки и газировка. Соки из пакетов с диетой несовместимы. В этих продуктах содержится очень большое количество сахара и сахарозаменитель. А сахар – это легко усвояемые углеводы, которые являются главными врагами стройной фигуры. Замените сладкую газировку на обычную воду, либо на воду с добавлением лимона. А вместо пакетированного сока лучше съесть свежий фрукт. Третье место занимают суши. Все привыкли считать их диетическим продуктом. В принципе, так и есть. Но не стоит сильно увлекаться японской кухней. Белый рис содержит большое количество углеводов и имеет высокую калорийность. Мюсли – четвертое место в нашем списке. Вот тут вы, наверное, очень удивитесь, ведь мюсли являются полезной диетической овсянкой с добавлением фруктов. Однако в них содержится очень много сахара, который несет основную долю калорий. Поэтому, если вы действительно боретесь за стройную фигуру, то лучше приобрести обычную овсянку и самостоятельно добавить в нее фрукты. Капучино, латте, маккачино никак не помогут вам избавиться от лишних килограммов. Невинная чашечка такого напитка принесет вам немного бодрости и немалое количество пустых калорий. Сиропы и сливки в их составе содержат огромное количество сахара, а диетический кофе – это классический напиток без добавок. Мы надеемся, что наши советы помогут вам быть красивыми и здоровыми. С вами была фитнес-лаборатория Workout. Увидимся в следующее воскресенье. Пока!